Не лет сугробов, лазаретов, пить и контрафов, стихов, медикаментов, не развелись обязательно. Город, в котором все хотят жить, становится местом отчуждения. Здесь все меньше свободы для человека. Под давлением капитала он поглощает любое свободное пространство. Урбанизация, автомобилизация, нескончаемые парковки, камеры слежения. Мы в клетке. Куда бежать из этой клетки, когда предлагают повесить на нее более красивый замок? И даже если мы подберем ключи, у клетки не окажется границ. Да, есть все шансы преуспеть в этой реальности. Но мы не хотим идти в ногу с таким временем. Поэтому крутим педали.